Надо свежачок сорвать. Ну, съесть не съесть, но сок-то можно выпить. Прошел небольшой дождик, мы отправляемся купаться на бассейн. Что еще в такую погоду делать? Но все равно тепло. Это улитка Турбо. Я, кстати, узнал, почему хамелеонов у тебя за вспышкой снимать. Они слепнут от вспышки. И потом не могут находиться и умирают. Видно, какая здоровая. Ага. Гигант! Эй! О, спряталась. Вон он сколько. О, смотри, малышка. Какая малышка. Вот тоже. Вот видишь, малыш. Угу. И вот еще мелкая. Все, на всей дорожке. Операция вскрытия кокоса. Мы вернемся чуть позже. Кислятиной пахнет какой-то. В ночном прогиз. Наверное. А ты его есть не боишься? Завтра выступать с докладом. Ну все, на этом мы заканчиваем наши репортажи. Операция «Тухлый кокос» просто провалена.